В Апатитах начались работы по расширению автобусных остановок «Наука» на улице Ферсмана. В скором времени они станут принимать не только городские и пригородные автобусы и маршрутки, но и междугородние. Дмитрий Сергеев подробнее. Сразу для понимания ситуации. Убрать межгород от Полярного не блажь администрации или ОГХ. Это предписание ГИБДД и других компетентных органов. Тут все ясно. Неясно, почему переносят остановку именно к науке. 128, 131, 11, 8, 6. А еще автобусы, которые с ЗФК, комбинаторские, здесь все останавливаются. Ну, подумайте, еще межгород будет стоять. Конечно, неправильно. Вот там внизу очень хорошее, заасфальтированное. Все там сделано раньше. Помните, была остановка? Да чего хорошо, а сейчас что? Будет. Зачем сюда втыкивать, извините за выражение, какую-то остановку? Пусть они ту площадку приведут в порядок и сделают там вот именно остановку межгорода. Ничего страшного, если мы здесь билет там купили и прошли это. Туда 200 метров какие-то. Но говорят, отказ все далеко. Наш город слишком мал. И расстояние 5 минут ходьбы. А и потом это здание, помещение, где была тут семья, оно тоже пустующее. А так, как говорят люди, площадка в 300 метрах. Сооружена по всем, может, и устаревшим, но градостроительным нормам. Вот она, готовая площадка для остановки межгорода. Бывший автовокзал. Построен еще в 80-е годы прошлого века. Вложены сюда народные деньги. А сейчас вкладываться ни во что не нужно. Есть и навес для пассажиров, и большая парковка для автобусов. Использую не хочу. Не хотят. Да, площадка хоть куда, соглашаются в мэрии. Но вот здание автовокзала теперь частное, и использовать его никак. Владелец на переговоры не идет. Не можем мы найти там приемлемое помещение, их нет, чтобы кассу туда перенести. Поэтому люди привыкли, вот она касса, вот они автобусы. Сейчас 300 метров добавляется. Если будут те неудобства, о которых вы говорите, и мы не сможем техническими методами расширить стоянку возле парка, их решить, мы вернемся к варианту старого вокзала обязательно. Тем временем работа кипит на неприспособленных для межгорода остановках «Наука». Рабочие деревья пилят и корчуют, въезды-выезды удлиняют. Вроде как и посадочные площадки расширят. И сколько вместимость получается? Два автобуса в полном объеме вмещается. А если еще приплюсуется маршрутка? Мы будем сдвигать движение, график движения городского автобуса на период прибытия междугороднего. И маршруток, и большой маршруток. Да. Звучит складно и продуманно. А как все будет выглядеть на деле, станет ясно, когда межгород начнет останавливаться у науки. Ждем августа.